Итак, приветствую, друзья и гости канала. Всем огромнейший привет. Сейчас покажу вам две перепродажи. Сразу говорю, эти квартиры можно сделать спокойно под объединением. И квартиры 37 квадратных метров и 53 квадратных метра. Это у нас жилой комплекс «Атлантис». Аналогичные квартиры застройщика строят почти в два раза дороже. А здесь, получается, я покажу вам квартиры действительно по хорошей, адекватной цене. Что хочется... В первую очередь, хочется, конечно же, показать вам то, что здесь есть два подъезда. Например, в одном из подъездов у нас два лифта. Один лифт, второй лифт. И, соответственно, лифт у нас зонирован. Соответственно, лифт вы слышать не будете. Есть лестница, пожарный выход. И всего лишь раз, два, три, четыре, пять квартир. Вот все. Пять ваших соседей. Теперь, что касается вот такой квартиры. Это квартира 30... почти 38 квадратных метров, и данная квартира у нас, конечно же, с балконом. Это у нас 7 этаж, и по большому счету особенность данной квартиры заключается в том, что это хорошая, нормальная, типовая однокомнатная квартира. И дом полностью введен в эксплуатацию. Сегодня, если не ошибаюсь, здесь у нас появляется уже в том числе и газ. Я уже даже газовщиков здесь видел, все подключают, потому что все есть, просто запускает ту самую газовую котельную, которая находится на крыше. Соответственно, дом, я могу сказать, категории бизнес, это даже, ну, даже не обсуждается. Есть двухуровневый подземный паркинг, есть помимо всего, конечно же, консьерж, есть закрытая территория. Ну и, конечно же, это, наверное, один из самых законных домов, который сдан, получается, без участия каких-то либо судов, сдан по акту ввода, который находится непосредственно в близости от моря. Находимся мы с вами на высоте 45 метров над уровнем моря. Соответственно, не могу сказать, что ровно поверхность, но благодаря именно этому параметру здесь мы с вами можем видеть вот такой вот балкон. И с балкона у нас вот такой просто потрясающий вид. Здесь мы с вами видим жилой комплекс «Талисман», где у нас находится квартира у мэра города. Здесь у нас будет сад, ну, точнее, не сад, это будет парковая зона, уже назначение земли поменено. Здесь у нас строится какой-то там финдиперстный дом. Ну и, в общем, вот такой вот просто потрясающий вид. Рядышком дом, он особо не напрягает. Это у нас ЖП, которое выросло и потом перешло в многоквартирный статус. Как бы так, да, без участия администрации. А это у нас объект, который построен по федеральному закону 214. Здесь все хорошо, все прекрасно и все замечательно, как говорится. И вот такую квартирку вы можете купить всего лишь за 16 миллионов рублей. Кто-то скажет, дорого, ребят, ну 38 квадратных метров, 16 миллионов. За эти деньги, конечно, можно купить квартиру, в том числе и в завокзальном районе. Примерно цена будет то же самое, только в завокзальном районе это будут дома, которые построены не по федеральному закону 214, а здесь по федеральному закону 214. И здесь вот на пешую доступность до моря. У меня родители живут в соседнем доме, каждый день ходят на море пешочком. Хорошая квартира. Соответственно, здесь вы видите, у нас везде монолитные стены. Высота потолков 2,85, и, конечно же, здесь мы с вами видим вот такую стену из керамзитового блока. Чем эта стена хороша? Давайте попробуем зайти в соседнюю квартиру и все это посмотреть. Смотрите, мы с вами проходим квартиру, которая 53 квадратных метра, и, в принципе, даже если такую квартиру взять, она довольно-таки хорошая, да? Вот здесь у нас отдельно получается санузел. И вот, например, если вдруг вы захотели, например, как мой друг сейчас смотрит, под объединение, ну, как бы ему мало, например, такой квартиры, хотя типовая планировка – это одна спальня, вторая спальня и кухня-гостиная. Если прям хочется прям по максимуму сделать, то эта стена у нас разбирается, делается отдельно санузел с той стороны, здесь тоже можно сделать санузел, и получается уже на секундочку без малого получится уже 90 квадратных метров, а 90 квадратных метров это уже тот нормальный стандарт. Соответственно, если соседняя квартира стоит у нас, как мы смотрели с вами, 16 миллионов рублей по акции, данная квартира стоит 22 миллиона рублей. Если мы посмотрим такую же квартиру от застройщика, которая там тремя этажами выше, то данная квартира уже будет стоить 32 миллиона рублей. Вот понимаете, да, как бы 10 миллионов на дороге не валяется. То же самое и с соседней квартирой.
Поэтому это предложение срочное, цена ниже рынка, само собой разумеющееся. Соответственно, уже в этом доме есть мои клиенты, которые оформили право собственности и которые уже, в свою очередь, уже даже получили прописку, уже даже прописались. Здесь мы с вами видим весь микрорайон Светлана, здесь мы видим с вами стадион, здесь мы видим с вами соседний стадион. Ну и вот за этим домом у нас находится, в том числе, как вы могли догадаться, находится в том числе у нас и школа, та самая школа. Теперь, что касается в целом, да, вот вид на море просто обалденный, плюс камера еще широкоформатная, немножко, может быть, и не так, как нужно. Вот в этом месте находятся все спортивные секции центрального Сочи, ну, реальных зданий, где просто можно заниматься хоть теннисом, хоть волейболом, хоть футболом, хоть хоккеем на костылях, все, что угодно можете делать. Соответственно, в этой квартире есть большой плюс, ну, во всяком случае, для меня, да, в этой квартире у нас, по большому счету, например, вот, балкон не такой большой, как хотелось бы. Потому что за балкон вы здесь платите 100% в Сочи, понимаете? Потому что Южный федеральный округ, так же, как и когда вы покупаете недвижимость за границей, тоже за балконы полная сумма. По большому счету, с балкона здесь можно наблюдать вот такую картину. Проблема этого дома заключается в том, что здесь нельзя будет, как у соседнего дома, колхозить и стеклить, как это обычно принято, да, где-то застекленное, где-то не застекленное. Здесь, соответственно, мы видим свою ТПУшку, здесь своя территория, детская площадка, здесь у нас заезд на парковку, ну, все, как вы, как говорится, любите. Ну, во всяком случае, никакого такого ощутимого минуса я не вижу. Теперь, что касается конкуренции, да, за 22 миллиона рублей, что можно купить? За 22 миллиона рублей, точнее за 23, вы можете купить самую недорогую квартиру, к примеру, в Олимпийском квартале, она тоже будет черновая, но отличие будет в том, что здесь вы купили объект, который построился по федеральному закону 214 и находится на расстоянии 350 метров от моря. Там уже вы можете купить за эти деньги 63 квадратных метра за 23 миллиона, правда, рублей черновую. Но те дома, которым, мягко говоря, еще администрация что-то предъявляет, потому что те дома были введены у нас через суд. Если же мы посмотрим с вами аналогичную квартиру в жилом комплексе, к примеру, Остров мечты. В Острове мечты вы можете купить квартиру 50 квадратных метров, но там будет всего лишь два окна и примерно можете уложиться в 21-22 миллиона рублей. Но там будет ремонт, но ремонт будет на любителя. Теперь, что касается обслуживания, да, я, наверное, уже сказал, еще раз повторюсь, 52 рубля будет с квадратного метра, сюда входит обслуживание как раз и газа, и всего остального, и консьерж, и все 33 удовольствия. И остальное у нас получается все по счетчикам. Тоже, в принципе, недорого и сердито. Коммуникации, само собой, здесь все центральные. И за счет того, что на крыше своя газовая котельня, у вас не будут скотские платежи за горячую воду. Потому что самое дорогое, что есть в Сочи, это, конечно же, горячая вода. Соответственно, не будет внутри у вас этих самых газовых котлов, которые многие боятся, которые раздражают и так далее. И вид, конечно же, мы с вами видим, что вид просто бомба. Действительно хороший видовой стояк. Все хорошо, прекрасно. Почему я эти снял две квартиры снимать именно сейчас? Ну, потому что у меня клиент месяц думал. Но сейчас, думаю, все-таки с моей стороны это будет, мягко говоря, неэтично, как бы вам не показывать. Потому что, по большому счету, понимаете, срочные продажи, когда люди долго думают, ну, это не совсем то, что нужно. Теперь, что касается подобъединения. Да, однозначно можете объединить. Самое печальное, что если вдруг кто-то захотел такую же большую квартиру взять в другом комплексе, то тяжело. Теперь, что касается соседской, да, можно было объединить соседской, но не получится, потому что здесь монолитная стена, и вам никто не даст разрешение эту монолитную стену долбить. Потому что самое идеальное объединение – это как раз вот, вот эти две соседние квартиры. И, конечно же, если такую квартиру взять, то уже, в принципе, ничего особо не нужно. Хотя я бы, например, сейчас, если бы покупал бы себе, я бы оставил бы эти две квартиры отдельные, просто эту квартиру сделал бы как гостевую, например, приезжает дочка и здесь останавливается, и там бы мне хватило бы. Там бы я сделал только всего лишь одну спальню, и этой спальни было бы мне за глаза. А если бы появился когда-нибудь ребенок, ну, не знаю, или можно сделать так, чтобы можно было там, не знаю, там легко потом разделить. Потому что если вдруг продавать, то две отдельные квартиры, они, конечно же, продадутся гораздо быстрее, чем одна большая, целиковая и так далее. Это вот суровая, суровая правда жизни.
Потому что, видите, например, эту квартиру, соседнюю квартиру не объединить, потому что здесь монолитная стена. Вот такая интересная у нас штука. В сухом остатке что мы с вами имеем? Эта квартира 38 квадратных метров, она стоит у нас 16 миллионов рублей. И если, например, взять ближайших конкурентов, то получается дешевле всего. Потому что основной конкурент это Бытка 2016, это White Palace, и там цены дороже. Даже если мы возьмем с вами северный склон Бытхи, в северном склон Бытхи предлагаются такие квартиры. А я сейчас попробую посмотреть, почем они предлагаются. Например, тот же самый Сочи Парк или тот же самый Кислород. Давайте попробуем с вами посмотреть, сколько же будет стоить. Вам интересно и мне. Ну, давайте посмотрим с вами Кислород, потому что там все-таки есть балкон, и многие как раз вот сравнивают с Кислородом. Ну и там цены, по идее, должны быть пониже. Там, соответственно, вы возьмете столько в стройке. И, например, если мы берем с вами в стройке аналогичный этаж, 50 квадратных метров, как соседская, она будет стоить у нас без малого 23 500. Там квартира стоит 22, да, я вам побольше на 2 квадратных метра. А если мы возьмем с вами 38 квадратных метров, вот как эта квартира будет стоить в стройке 20 миллионов рублей, к примеру, в Кислороде. А здесь же эту квартиру вы можете купить за 16. Там это будет строечка, которую надо подождать. Здесь уже у нас готовый сданный дом. Соответственно, этот дом у нас бизнес-класса, где южный склон Бытхи, который вся ценится. И таких домов можно посчитать на пальцах одной руки. Ну, серьезно говорю. Ну, как бы вот этих вот основные конкуренты у нас здесь в основном вот эти вот псевдоквартирники, которые через суды были введены в эксплуатацию. Соответственно, может у администрации возникнуть вопрос, потому что, видите, почему мэр города живет вот в жилом комплексе «Талисман». Потому что тоже были вопросы по вводу в эксплуатации, и, соответственно, администрации Сочи были отданы квартиры, в которых сейчас проживают у нас те или иные чиновники. И на секундочку, если вы откроете декларацию, например, мэра города, за ним не числится данная квартира, потому что это корпоративная квартира. Вот такая интересная штуковина. Соответственно, это у нас сторона Адлерская, которая именно смотрит на Адлер. И я могу сказать, что эта сторона считается гораздо лучше, гораздо престижней. По одной простой причине, потому что здесь под окнами ничего нет. Соответственно, ближайший пляж, это у нас пляж, который называется Яхт-Марина, так называемая, да, яхтенный клуб. И, конечно же, слева пляж Бытха, с правой стороны, например, можно пойти на пляж так называемой Цирк. В целом, вот такая информация для размышлений. В любом случае, эти квартиры продаются в том числе и отдельно. Есть парковка по акции, которая стоит 2 миллиона 800, это в подземном паркинге. Без акции парковка стоит 3,5 миллиона рублей. Ну и если посмотреть квартиры застройщика, здесь всего лишь осталось 5 квартир, остальные здесь выставлены те самые перепродажи. На данном этапе уже 20% квартир переоформлены на собственников, уже ушли от договора долевого участия и уже договор купли-продажи. Хороший, безопасный вариант, хороший, безопасный объект, максимально законный, учитывая те поправки, которые проходят в городе Сочи. Таких домов на пальцах одной руки можно пересчитать, которые находятся непосредственно в близости от моря, при этом имеют потрясающие видовые характеристики, при этом хорошая планировка. Даже вот если мы возьмем с вами данную площадь, да, ну, например, те же самые 52 квадратных метра, ну, посмотрите, да, как бы даже 53 квадратных метра, но это у нас, по большому счету, 3 окна, даже 4 окна, и действительно это очень даже круто. Потому что если мы возьмем с вами конкурентов, например, ближайших, да, конкурентов, как мы с вами любим рассматривать, например, тот же самый, например, сейчас, секундочку, если мы посмотрим с вами конкурентов, блин, не получается развернуть, вот, да, вот за 23,5 миллиона рублей, вот, это получается, по сути, только одна спальня и кухня-гостиная, вот красненьким вы можете видеть, да, вот так сейчас я разверну, можете видеть. Поэтому по планировке данной квартире конкуренции просто-напросто не существует. И, в принципе, даже если без соседних квартир брать, это получается две изолированные комнаты и кухня-гостиная, довольно-таки просторная. Вот, окна в пол, все как вы любите. Здесь, да, есть единственный ригель вот с этой стороны. А так, в принципе, по большому счету,
особо ригелей и нет. Получается у нас тот самый чистый потолок. Все, на этом я буду с вами заканчивать. Парковки нет смысла показывать, они есть, они нормальные, хорошие. Если вдруг у кого-то возникает желание купить квартиру либо поменьше, либо побольше, обращаемся. Да, ипотека здесь возможна, но ипотека без господдержки, потому что здесь все, дом уже сдался, все в правах собственности и тому подобное. Да, именно так. Ну и опять же, с господдержкой все равно лимит на 6 миллионов, все равно, если захотите что-то подобное взять и в стройке, вы все равно не сможете взять. Либо вы изначально переплатите миллионов 5, 6 и так далее, да, чтобы ту самую субсидированную ипотеку взять, застройщик должен будет накинуть на квартиру определенную сумму денег. Поэтому думайте сами, решайте сами. На этом с вами прощаюсь. Вам всем добра и пока.